Добрый день, друзья, подписчики канала и просто случайные зрители. Конечно, будет приятно, если вы подпишетесь после данного ролика, но если нет, зато, может быть, будет полезная для вас эта информация. Сегодня я вам расскажу про инвестиции в Анапе. Вообще, что они из себя представляют, какие виды, да, есть инвестиции, ну и способы заработать в Анапе, имея недвижимость. К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация на рынке, что цены растут быстрее, гораздо быстрее, чем хотелось бы того. И если раньше многие покупали, покупая на котловане квартиру, брали за 40 тысяч, грубо говоря, квадратный метр, а при сдаче уже цена возрастала до 50 с копейками, то можно было бы неплохо заработать на перепродаже. Сейчас, к сожалению, даже на котловане цены варьируются от 60 тысяч и выше. То есть, соответственно, купить дешево, да, не сильно потратиться и потом получить выгоду становится сложнее. Ведь доходы у наших жителей не растут так же быстро, как растут цены на недвижимость в Анапе в той же самой. Это касается не только Анапы, это касается абсолютно любого города курортного. Но прежде чем я вам начну рассказывать об этой интересной теме, все-таки мы живем в Анапе, в курортном городе, я вам покажу обстановку на пляжах. Ой, ой-ой-ой, меня сейчас собачка укусит. Дружелюбно. Не, я не буду к тебе лезть, все нормально, охраняешь правильно. Вот такая у нас сегодня замечательная погода. И на термометре 22 градуса, вы можете себе это представить в ноябре. Вот такая у нас теплая, замечательная погодка. Ну, мы с вами чуть прогуляемся вдоль моря, и заодно я вам расскажу об этой интересной теме. Ну, во-первых, как я уже и сказала, да, цены растут очень быстро, а доходы наших граждан, к сожалению, растут намного медленнее, если вообще растут в связи с инфляцией, с ростом цен на коммунальные платежи. Но мы все прекрасно понимаем, что сейчас финансовое положение людей крайне нестабильно и очень шатковалко. Но при этом есть же все-таки и те, кто целенаправленно долго идет к этому вопросу по поводу переездов, да, или покупки недвижимости, и все-таки у них получается насобирать ту или иную сумму, плюс, благо, банки в большинстве случаев способствуют этому, выдавая ипотечные кредиты и прочее. По поводу текущей инвестиции. Сейчас у нас застраиваются активно спальные районы, то есть те районы, которые будут впоследствии очень хорошим вариантом для переезда и постоянного места жительства. Но многие из вас, я думаю, еще находятся в том возрасте, когда им нужно работать. И даже если у вас сейчас хорошая работа, вы все равно можете зарабатывать, даже не находясь, пока еще не переезжая в Анапу. Надо выбрать недвижимость, которая будет находиться в ликвидном районе. Какие районы у нас сейчас ликвидные? Это, например, район Восточного рынка. Там люди покупают для переездов, тоже хотят жить поближе к инфраструктуре. Или, например, в каких-то очень быстро развивающихся спальных районах, да, тот же самый Субсевское шоссе, там в районе Анапского шоссе, туда дальше от Восточного рынка. То есть в этих районах, в принципе, можно покупать недвижимость, и она, я думаю, продастся в любой из моментов. То есть вопрос только в цене, да, как, за сколько вы хотите быстро продать и за какую цену. В принципе, все продается. Гораздо сложнее, если вы хотите инвестировать в сдачу жилья. Я вам сейчас расскажу ряд сложностей, которые, может быть, вас отговорят, да, от инвестиций в сдачу. Ну, во-первых, покупая квартиру в предчистовой отделке, мы будем считать, что это студия, допустим, за 2 миллиона. На ремонт вам надо будет где-то в районе, ну, 350 где-то тысяч рублей, это вот обобщенно, да, чтобы сделать только косметику, косметический ремонт. То есть у нас уже студия получается не 2 миллиона, а 2 миллиона 350 тысяч. Идем дальше, квартиру нужно обставить. И сейчас ситуация такая, что обставить дешевой мебелью, ну, лучше не стоит, потому что, хотя для сдачи многие так и делают, да, самое дешевое, что не жалко, все равно там, все равно уничтожат. Это да. Никто не спорит, что сдача – это очень такой интересный нюанс, когда люди, ну, живя в чужом, не ценят и не берегут. Я не спорю с этим. Но по ситуации даже в том же ЖК «Кавказ», люди, выбирая квартиру, да, за там бешеные деньги, за 2,5 тысячи в сутки, за 3,5 тысячи в пик сезона, они смотрят всегда на обстановку в квартире. То есть, приезжая из комфортных городских условий, они не хотят получать более худшие условия на отдыхе. Сейчас люди очень ценят свой комфорт и хотят жить в комфорте даже на море, на отдыхе. Поэтому нужно продумывать так, чтобы сделать ремонт неплохой и при этом неплохо обставить. Ну, в среднем обставить квартиру в среднем. Я не знаю, я сейчас не беру тонкости и шикарный ремонт не беру, но, наверное, в районе тоже 300 тысяч. Плюс-минус, то есть это поставить кухонный гарнитур, в
строить технику, либо просто купить, да, там, плиту, холодильник, то же самое, там, телевизор провести, интернет и прочее. Ну, возьмем 300 тысяч. Итого сумма студии уже с мебелью, с техникой будет 2650. Это по моим таким скромным подсчетам. Теперь вам надо сдавать эту квартиру, желательно летом, да, в круглый сезон. Но в спальных районах, таких как Субсехское шоссе, не надейтесь очень много заработать, потому что чем дальше жилой комплекс находится от моря, тем дешевле будет посуточная сдача в сезон в лето. Зимой, да, можно сдать помесячно, в любом районе она, это востребовано, вопрос только, опять-таки, в цене. Средняя цена на сдачу однокомнатной квартиры в зимний сезон от 10 до 15 тысяч, опять-таки, в зависимости от места расположения, ближе к центру будет дороже, ну и дальше от центра в районе 10 тысяч, ну плюс коммунальные услуги. То есть, получается, вне сезона мы можем сдавать квартиру за, допустим, 80 тысяч, да, если взять 4 летних месяца. Ну и, соответственно, еще даже какой, да, 80 тысяч. И летом, да, посуточно сдавать. Но, опять-таки, студию вы не сможете сдавать сильно дорого, особенно в городе, особенно далеко от моря. То есть рассчитывайте, ну, в среднем на 1200-1500. Это прям вот такая вот цена. Причем в ранние такие летние месяцы, там июнь, например, наоборот, после 15 сентября, уже намного-намного будет дешевле стоить ваша аренда. То есть даже по скромным подсчетам у вас где-то получается в районе, ну, 90 тысяч, 80 тысяч за сезон. Приплюсовываем к 80 тысячам, которые вы можете их потом сдавать вне сезона, и того получается у нас в районе 160-180 тысяч. Не так уж и много, правда, особенно купив квартиру за 2 миллиона и вложив в нее еще 650 тысяч сверху. То есть посчитайте сами, да, нехилым таким подсчетом, сколько лет вам придется отбивать эту квартиру, чтобы она хотя бы вышла в ноль, не говоря уже о действительно прибыли. Плюс мы не берем в расчет затраты, которые у вас идут при сдаче. Это оплата коммунальных платежей и оплата человека, который будет вам помогать арендовать квартиру. Это не касается тех, да, кто живет постоянно в Анапе и может самостоятельно заселять, выселять. Но от коммунальных издержек вам никуда не спрятаться и не скрыться. То есть у нас добавляются дополнительные расходы. Плюс, если вдруг что-то испортилось, да, вот были некачественные, нехорошие, да, жильцы у вас, они что-то испортили, и вам надо заменять, это дополнительные траты. То есть у нас уже, видите, какой-то такой не супер-пупер доход получается, правда же, в год. По поводу того, как заработать, но не на сдаче. Все очень просто, вложиться в нормальную стройку, в нормальном микрорайоне, чтобы это было потом ликвидное на перепродажу. Сейчас очень многие спрашивают, какая стройка будущая у нас будет, чтобы можно было ложиться на котлование. Как вы знаете, наверняка не раз слышали, что собираются строить Тургеневский квартал 2 от строительной компании «Гамма». Очень хорошее место на самом деле, потому что находится в непосредственной близости с Восточным рынком. Там и 5-я школа на Крымской недалеко, и 4-я, в принципе, в районе Парковой тоже недалеко, если вот для ПМЖ вариант. Для ПМЖ это очень хороший вариант. Плюс, что, судя по первому Тургеневскому кварталу, достаточно комфортное жилье будет. Поэтому можно подождать до декабря, января, когда уже появится информация по этому жилому комплексу. И как мы можем, да, заработать? То есть, вложившись на котлование, то есть купив квартиру, как только они начали старт продаж, естественно, с каждым этапом стройки, да, чем ближе к сдаче, тем цена выше. Вы можете уже получить выгоду даже через полгода. Потому что у нас каждый квартал, да, раз в 3 месяца цены 100% растут. Но эта квартира все равно находится в центре, она ликвидная, она будет востребована. По поводу сдачи я даже не знаю, то есть там будет тоже нормально сдаваться, но получить более разумную выгоду можно, вложившись. Потому что если вы перепродадите, вы за полгода получите, наверное, даже... Ну, 1150 больше, чем вы бы, если бы сдавали, вот как я рассказывала до этого, посуточно или круглый год студию в Анапе. То есть, а вам не нужно тратиться на ремонт, вам не нужно тратиться на технику, вам не нужно тратиться на коммунальные платежи и содержание, вам не нужно тратиться на агентов, которые будут вам посуточно сдавать, да, вашу квартиру. То есть здесь больше плюсов. Какие минусы? Ну, то, что нужно подождать. Прибыль будет, естественно, не сразу. Какие еще, да, могут быть минусы? То есть, если вы заломите слишком высокую цену, то она быстро не продастся после того, как вы ее купите.
Я думаю, очень интересный, да, момент, как можно заработать. Много вы не заработаете. Опять-таки, даже на перепродаже вы максимум 300-400 тысяч получите. Но, получив эту сумму выгоды, вы можете вложиться и дальше. То есть, появляется какая-то стройка, раз вложились, раз перепродали. То есть, многие так и делают. Зачем вам, да, тратиться на содержание квартиры, на ремонт, на обстановку, если можно просто спокойно, работая в своем городе, раз в полгода, да, там, получать какую-то прибыль. Ну, или эту прибыль дальше вкладывать. Ведь у нас нет более железной валюты, чем недвижимость. Но это правда. На самом деле, если цен, инфляции, роста, там все растет, повышается, то недвижимость вы вложили, да, определенную сумму, и все. А дальше, да, конечно, рынок недвижимости будет расти, и по-любому ваша квартира будет тоже расти в цене. Но, опять-таки, подходите разумно к выбору именно инвестиций, потому что есть ЖК неликвидные. Вы поймете те районы, да, которые считаются у нас развитыми, которые будут востребованными. И по поводу инвестиций, если вы хотите на перепродажу покупать однокомнатные квартиры, студии в основном берут для сдачи посуточного жилья. Поэтому, если вам надо именно для перепродажи, именно для переезда людям, то лучше брать однокомнатную квартиру. Двухкомнатная – это палка о двух концах, потому что не все имеют сумму на двухкомнатную квартиру, ну а если переезжать, то многие не хотят ютиться в студии и жить здесь в студиях. Поэтому покупайте однокомнатные квартиры, если есть возможность, берите сразу парочку, то есть продавая их, вы потом получите, ну, вдвойне прибыль. Ну и сложив эту сумму, вы можете вложиться еще более куда-то во что-то. По текущим будущим стройкам я вам, в принципе, рассказала. Это, наверное, самая ожидаемая сейчас стройка. Не знаю, какая будет цена начинаться на котловане, но, во всяком случае, поверьте, она будет расти так же, как и растет все вокруг. В Анапе везде уже сейчас цены от 60 тысяч. Есть такой миф, да, заблуждение, что вторичное жилье, да, дешевеет. Это тоже заблуждение, потому что в хороших свежих домах вторичка подстраивается под рынок новостроек, поэтому не ждите, что там будет сильно дешевле. Дешевле – это когда застройщики поднимают цену, да, а вы уже купили на котловане и можете чуть-чуть дешевле продать, чтобы сделать квартиру более выгодной для покупателей. Но, как правило, такие квартиры редко продают в ипотеку. Конечно, если вы прописываете всю сумму в договоре, да, за какую хотите продать, то ипотеку тоже можно взять. Но если вы хотите не платить налог, да, ну, как бы многие так делают, то вы, скорее всего, пропишете ту сумму, за которую купили. А это, соответственно, сразу, ну, нехороший вариант для ипотеки. Многие откажутся просто. Поэтому тут надо не перегибать палку с продажи, то есть ставить адекватную рыночную стоимость, чтобы она, самое главное, была дешевле, чем от застройщика. На самом деле была Светлана с Черного моря сегодня, плюс 22. Шикарная погода, даже хоть в футболочке в тоненькой выходи, и так, в принципе, практически без рукавки. Пишите. И главное, подписывайтесь. Может быть, реально будем что-то интересное рассказывать. Я думаю, завтра обязательно проведем эфир на тему переезда. Просто есть у меня сейчас очень большая информация касательно того, как можно выгодно переехать со своими вещами и избежать каких-то дополнительных трат здесь уже при заезде в готовую квартиру в данном доме, соответственно, с ремонтом. То есть вы можете перевести свои вещи, а по какой цене, да, и насколько это будет выгодно, я жду вас завтра в прямом эфире. Ну, я так думаю, ориентировочно 6 часов по Москве встретимся. Вы можете задавать вопросы, да, касаемо своих квартир, да, сколько будет нам стоить переезд, да, какие-то параметры. Мы с удовольствием со специалистом по перевозкам ответим в прямом эфире на ваши вопросы. Надеюсь, будет интересно. Ну, все, теперь точно. Всем пока-пока.